Спасибо большое за донат, человек с никнеймом Антихейтер. Текст доната: еще один трек BT, в скобочках Brian Transoul. Послушаем. Слушаем. Как это вот? Трансе АУ, блин, французы, блин, их хрен поймешь вообще. Ну, типа, то есть, понятно, он там не француз, фамилия, походу, французская. Ну, короче, видимо, у него по приколу был тогда трек в том жанре, а так он в целом что-то другое делает, да? Трансе. Трансу. Просто подстава в том, что смысл делать в этом треке прям супер замороченные барабаны в том, если все равно от этого Грэмми не дадут. Как бы... Кому надо, оно и так понравится, кому не надо, оно даже так все равно не зайдет. Но с другой стороны, да, конечно... Думаю, к новому альбому Мэтла тоже подобное говно приурочить. Спасибо большое, Skylark. Ну, в любом случае, я думаю, больничка уже, да, учел, что... Есть мнение, что барабаны банальные. Скорее всего, это в любом случае тебе захочется подумать об этом лишний раз. В следующий раз уже такой. Блин, может реально чуть-чуть что-то сделать, типа, получше. Ну, как бы. Так что Фархад, он как в этом смысле, как такой электронно-барабанный фред-гитарист. То есть он такой вот у тебя в голове возникает, типа, дресня, дресня, и все. И ты хочешь просто с барабанами сделать что-то получше, как можно, чтобы он не приставал. Так что на самом деле это даже может и хорошо. Вот, про этот трек. Что сказать? Обычный, но хороший. Типа, если простыми словами говорить. Понятно, все, больничка, спасибо. Кстати, так что простите. Ну, наверное. Один раз, как говорится. Не Костюшкин Стас. Ну, блин, вот это не те жанры, которые у него там в педивике перечислены о нем. То, что мы сейчас слушаем. Это такой батя софт-поп, не знаю, какой-то. Все равно он... неплохой трек такой приятный, но он тоже духом того времени вот отдает прям. Кто хочет в нулевые вернуться, вот прям для них. Я думаю, есть очень много людей, кому это звучание там в нулевые просто вот тут уже просто начало сидеть. Как знаешь, вот, лишь до утра. Это вот Данбалан. Вот, аккуратно как бы туда, но... Ну, типа, немножко, может, поприкольнее. Хотя... До утра реально тоже просто он неплохой трек, без шуток.
только вокал такой у него чуть-чуть. Ну, короче, да, мерзоватый, но, ну, он, опять же, в контексте даже прикольно. Лишь до утра. И то, что там это лишь шаурма на углях из этого трека потом сделано, это отдельный мем. Приколы в концовочке, это весело. BT. Вот видите, как бы зумеры слушают, короче, BTS, а пожилые люди букву S просто убирают.